это сорт, который я считаю недооцененный. Эмераль Труфкут. Просто серьезно. Вот мне хочется вам показать ее весной. Этот лист плотный, плотный, плотный. С прекрасным рюшем, который проявляется со временем. То есть он такой красивый будет потом. Но сейчас вот он ничем особо не отличается, кроме как красивой формы листа, великолепным жилкованием и плотностью своего листика. Просто вот обалденный, обалденный сорт. Высота у него где-то сантиметров 50 у меня уже вот в сезон. Но насыщение цвета, знаете, я считаю, что вот он ничем не уступает за Queen. Вот серьезно, вот мы потом обязательно с вами сравним. То, что ну просто Queen выходит сразу красавица, а этот приобретает свой окрас на протяжении всего сезона. Ну, вот реально, сорт бомба. То есть слизни его не едят. Растет он довольно-таки неплохо. Я в прошлом году заказала себе дубль, потому что я очень люблю этот сорт, и мне очень не хотелось бы его потерять. А знаете, в жизни бывает все. Вот у меня Атлантис что-то шалит, было огромное, а сейчас что-то с ним происходит. Поэтому смотрите, какой сейчас имеет окрас этот великолепный сорт. А потом он нас будет просто удивлять своими переходами, своей насыщенностью, своей яркостью.